ы бәріне сәлем достар сіздермен бірге тағы да әдеттегідей дәстүр подкаст Ө, сіздер тағы да оны түнде қосып отырсыздар мен білемін бүгін бізде қонақта Ө, ерекше қонақтар иә шыны керек Ө, осыған дейін болған қонақтардың ішіндегі әр қонағымыз бір төбе мына қонақ бір төбе Ө, сегодня у нас в гостях ну ильхам ака Пока что я просто скажу, что это Ильхам Мака и наш друг э Назим Мисанов. Назим, спасибо, что ты постоянно к нам приходишь. Yeah. Yeah. Ребята, сразу условимся, ребята, нам удобнее говорить на русском. Да. Все. Назим, тебе? Да. Да? Я не знаю уйгурский, просто, сори. Окей. хороший В общем. Я хотел бы, да, отметить перед началом нашего подкаста о том, что Назим Мисанов один из первых, кто откликнулся э, по проблеме в секторе газа, и он, и еще несколько, да, людей его. Стоит. Не, ужас. Ужас. Было. Их двое собрали около 850 тысяч долларов. Не-не-не, стоять, стоять. Мы 83 миллиона собрали. 83 миллиона. А это Сосорумия посчитал. А, он Сосорумия посчитал. Ладно. Лично он и его рядом друг Олжас, да. Олжас собрали 83 миллиона тенге да. на помощь э -э -э да. жителям сектора Газы. За это... Большое спасибо, да. Пока. Это все наши казахстанцы. Да, наши казахстанцы. Но все же стоит отметить, Назим, что ты один из первых блогеров, кто отлигнулся на эту проблему. Спасибо тебе большое, что ты есть и представляешь Казахстан на международной арене. Теперь перейдем к Ильхамака. Ильхамака, добро пожаловать. Спасибо, что вы к нам пришли. Валик Массалам. У нас после подкаста с Назимом, который был вместе с Радбеком. Многие писали: Позовите Ильха Мака. Позовите mm -hmm. Ильха Мака. В итоге мы все-таки добились этой встречи. Опять же, спасибо на зиму. А, сегодня а, у нас такая тема. А, наш подкаст вообще про страшные истории, mm -hmm. которые мы рассказываем на аудиторию. Mm -hmm. Они делятся своими страшными историями. Назим в тот раз поделился. Как-то сэйн на вкус. Хорошо. Понятно, как у нас, да, вообще не будет. В общем, ладно. А, в общем. Стоит уже да, сказать, что Ильхам Ака это человек, который э, занимается э, тем же э, изгнанием джинов, э, защитой людей от сглаза. Да, из изгнание джинов, э, считаю, рукой от порчи, uh -huh. от сглаза. Uh -huh. И также в Хуране он идет шифа от всех болезней, как телесных, так и душевных. И также люди могут прийти просто с обычной болезнью, и, иншаллах, Аллах дает исцеление посредством Корана. Посредством Курана, да. А, также стоит отметить, что Ильхамака работает в мечети имени Абе Стас. Стас а, по изучению Курана. Таджуиду. По да. По таджуиду, да. А, в общем... А, это будет тогда глупо спрашивать, а, сталкивались вы с джинами или нет. <свят> Это будет глупый вопрос. Я могу называть Ильхамака -На нашим казахстанским Джоном Константином, потому что он наверняка не раз уже встречался с этой проблемой. Тогда у меня первый же вопрос, Надя. Меня Ты так вы... и называют, некоторые Константин. Константин, да. окей. <свят> да. Вы похожи на Киану Ривза, кстати. Окей. А, Киану Ривз. если бы он начал попал бы в рай. Киану Ака. <свеч> <свеч> в общем, да. Назим, мы не будем у тебя ничего спрашивать. Да, Просто я сиди и молчи, покушаю, хорошо? Курт, да, курт курт есть, да покушай, да. Ильхамака. Как? Мед <свеч> и <свеч> Ильхам Ильхамака, как вы пришли? Как можно сказать? Это можно сказать работой? Ну, это не сколько работы, это сколько как бы выбор, путь, да, помогать людям. Потому что даже если взять, сколько имамов есть в Казахстане, ну, не каждый просто за это берется. Так как здесь есть ну, доля ответственности, также доля риска, который попадает на тебя, идет на тебя, на твою семью то же самое. Потому что шайтаны, они <связать> любят мстить. То есть, если ты пришел к какому-то человеку лечить его, либо если в каком-то сидит шайтан, то, свойственно, они придут потом тебе мстить, чтобы ты ну, бросил это дело. Они будут запугивать тебя, будут угрожать тебе, твоей семье. И поэтому не каждый берется за это дело. И здесь уже не говорится о том, что кто-то смелый или нет. Просто это по воле Аллаха так получилось, что я начал читать. Э, и читал сперва, там, можно сказать, с родственников, да, начинал. Там кто-то заболел, просто заболел. Там почитал, там почитал. И так как бы сарафанное радио пошло. И там к одним съездил, раз у них джин оказался, почитал. Альхамдра джин вышел. И вот так пошло, поехал. Я начал уже заниматься этим, ну, как вплотную. Расскажите, пожалуйста, Ильхамака, про свой первый опыт с этим, ну, с потусторонним миром, и как это вообще происходило? Ну, первый опыт это сейчас уже не вспомню, потому что их много было, что я приходилось встречаться с шайтаном. Это мои будни, можно сказать. То есть будни, когда к тебе приходит человек просто почитать Коран, начинаешь ему читать, а он начинает стежить. Ну, его может голос поменяться, может резко настроение поменяться. Мне уже страшно. Почему-то окей. И так все и поехало, когда вот первый раз, я помню, читал, у нас на районе было, одной девушке плохо стало. И ну, вечером плохо стало, и когда ее друзья, вот кто рядом был, рассказывали, что она одной рукой просто двоих-троих вот так к стенке припечатала, да, можно грубо сказать. И вот тогда они позвонили мне, можешь приехать почитать? Я почитал и так несколько дней ходил читал, но именно при чтении, когда я читал, таких сильных там реакций не было. Ну уже как бы Шайтан успокоился. А так на самом деле очень много историй. думаю сейчас ну еще в процессе буду рассказывать. Окей. Okay. Окей. Okay. Uh, смотрите, uh, мне интересно тогда, uh, Назим, наверняка ты в курсе, может быть, Ильхам uh, Акай. Получается, когда мы читаем рухлю есть определенные суры, Курана, которые помогают, чтобы вылечить, получается, соодержимость. Да. Какие это суры? Ну, вообще, сам, сам по себе весь Куран, он в, в нем, в самом все щифа, идет исцеление, то есть и весь Куран, он сам как Рух идет. Но есть определенные суры, аяты, в которых посланник, Аллах, указывал нам, что нужно читать. Угу. Э, и вот <coughs> хотелось бы сейчас, как раз, вот я хотел рассказать. Вот, аят аль курсина наверное, все знают, 255-й аят Сура Аль-Бахры. И это очень, он является очень эффективным против шайтанов, джинов, да. И вначале вот хотелось бы отметить, что Всевышний Аллах говорит в джинна валь инса илля «Я создал джинов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись». И каждый должен знать, что джины и люди, то есть это все творения Аллаха. То же, как Аллах создал человека, так же Аллах создал джинов. И поэтому мы должны относиться к ним как к творениям. Не нужно там уноситься, там как-то бояться. Понятное дело, что страшно становится, когда ты лежишь в комнате, да, или там смотришь, кто-то стоит, силуэт какой-то или что-то, мебель сама двигаться начала. Это, ну, ненормальное явление, и в любом случае страшно будет. Но э, мы должны понимать, что все по воле Аллаха. И если Аллах захочет, чтобы нам навредил джин, он навредит. Если Аллах этого не пожелает, то нам никто не навредит. Потому что сказано в Хадисе пророк Сам говорит, если все люди и джины соберутся, чтобы причинить тебе вред, и Аллах этого не захочет, никто тебе не причинит вред. Если все люди и джины соберутся, чтобы тебе помочь, и Аллах этого не захочет, то тогда никто тебе не сможет помочь. Поэтому мы должны понимать, что... Здесь только мы не то, что должны бояться их, а мы должны просить у Аллаха защиты, бояться самого Аллаха, и тогда он убережет нас от этих проклятых шайтанов. И опять же, некоторые вот путают момент, да, не то, что путают, может, не знают, что джин и шайтан. Джин и шайтан. Чем отличается? На самом деле, джин – это как творение, мы уже говорили, да, и человек творение. А шайтан – это уже не сама сущность, это как ранг, как ранг? Он получает, джин становится шайтаном тогда, когда переходит границы, слушается Аллаха, делает мерзкие вещи, сбивает людей с пути, там к ширку наталкивает. Но также шайтаном может быть и человек. То есть это опять же такой же грешник, который смуту вводит, раздор вводит среди людей. И так поэтому и говорится, есть люди шайтаны, есть джины шайтаны. И поэтому мы должны спросить защиту Аллаха от шайтанов. Okay. И хотелось бы вот привести хадис один, когда Абу Хурейра, сподвижник посланника Аллаха, саляллаху, салям, когда он охранял закят собранный, в один из ночей пришел один мужчина и начал пригоршнями набирать еду. И тогда Абу Хурейра поймал его за руку и говорит, я отведу тебя к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи И тот мужчина начал жаловаться, что у него много детей, что они бедные, им нечего кушать. И тогда Абу Хуррера отпустил его. На утро Посланник Аллаха ﷺ спросил его: "О Абу Хурейра, как, как ты поступил со своим пленником?" Тогда Абу Хуррера сказал: "Он жаловался на бедность и то, что у него много детей, и я отпустил его, пожалел". Пророк ﷺ сказал: "Он солгал тебе, и он придет этой ночью еще раз". И тогда Абу Хуррера сказал. Раз посланник Аллаха это сказал, я буду ждать, значит, он придет. И действительно, он выжидал его, и он ночью пришел опять. Начал пригоршнями набирать еду, и он опять взял его, поймал за руку. Я отведу тебя к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи. И тот начал опять жаловаться, что у него много детей. Прости, там нечего кушать. И он отпустил его. Тогда, на следующее утро, посланник Аллаха, саллиллаху, опять спросил: Как поступил ты со своим пленником? И он сказал ту же историю, что он жаловался на проблемы, я отпустил его. И тогда посланник Аллах Сарасам сказал, он солгал, и он придет еще раз. И на третий раз он уже, Абу Харай, говорит, я точно его поймаю и отведу к посланнику Аллаха, саллиллаху И вот он пришел на третий раз, начал пригоршни набирать еду, он его поймал, и все, говорит, что, что бы ты сейчас ни говорил, я отведу тебя. Он говорит, пожалуйста, отпусти. Он говорит, ты три раза говоришь, что не придешь, и возвращаешься, ты обманываешь, он говорит. Если ты меня отпустишь, то я научу тебя с таким ну, полезным словам. А сподвижники они были такими людьми, которые хватались за все полезное. То есть, если есть где-то благо, они хотели этому научиться. <coughs> и тогда Хурейр сказал, что за слова эти? Он сказал: если ты прочитаешь аят аль-Курси перед сном, то тогда Аллах отправит к тебе хранителя, то есть, ну, как бы, защитника, да, охранника, и шайтан не сможет подойти тебе до, до рассвета. То есть этот аят аль-Курси, то есть он имел в виду, да? И тогда этот Абу Хурер отпустил его. Когда на следующий день посланник Аллаха, саллаху салям, увидел его, сказал, как поступил ты со своим пленником, я его отпустил его, и он сказал, что научит меня словам. Пророк, саллаху саляму, спросил, каким словам? И он объяснил, что вот аят курси если будешь читать его перед сном, то Аллах будет охранять до утра, и э, шайтан не коснется до утра. И тогда посланник Аллаха, саллаху салям, сказал, он сказал тебе правду, хотя является отъявленным лжецом. И знаешь, с кем ты разговаривал эти три дня, говорит, у Абу Хурейра? Он сказал: нет Посланник Аллаха. Это был и шайтан, говорит. То есть это был шайтан в облике человека. Абу Хурейра этого не знал. И даже шайтан сам показал, чтобы его не отвели от страха, чтобы его не отвели к посланнику Аллаха, всем, что нужно читать Аят Аль-Курси. <плес> Получается, один из благородных аятов, который помогает при защите и при, допустим, даже рухе, вы читаете <плес> Артуси. Аят <-эль> обязательно. Аят-Курси это меч, можно сказать, разящий меч против шайтанов. И это даже еще один хадис Два, есть истории, которые вот именно касающиеся только курси И во всех их сами шайтаны, сами джины, да, они побуж... говорили об этом. То есть у именно -э Кя был такой сподвижник. Он сказал, однажды я заметил, что запасы моих фиников начали э, уменьшаться. И в один из ночей я решил посторожить, говорит, свои финики. И сижу и жду, и смотрю, появился какой-то, ну, человек, как юноша. Но, говорит, ну несколько не похож сильно на человека, ну что-то в образе юноши молодого. Я подошел к нему, поздоровался и сказал, кто ты, джин или человек? Он сказал джин. На этом месте говорю, каждый бы из нас, наверное, убежал бы уже, да? И вот я просто к чему это говорю историю, как они воспринимали джинов. То есть они спокойно джин или человек. Я джин говорю, все. И он тогда говорит, протяни мне свою руку. Он протянул ему свою руку. И говорит, а, говорит, его рука была подобна собачьей лапе, говорит, собачьей шерстью, говорит. И он говорит, так вы созданы джинны, он говорит. он, он сказал, я являюсь одним из самых сильных из них, говорит. И он говорит, что вас привело ко мне, говорит. Он говорит, до нас дошли слухи, что ты раздаешь садаха, говорит, и мы пришли, чтобы взять у тебя еды. И он сказал, а что нас защищает от вас? И он сказал, а я только курсик, говорит. Если ты прочитаешь его утром, то до вечера тебя не коснется шайтан. Если почитаешь его вечером, то до утра тебя не коснется шайтан. То есть это говорит о том, что аят Аль-Курси это самый, один из сильных аятов, который помогает в борьбе с шайтаном. И тоже говорю, вот из этого хадиса ясно, что как они воспринимали. Можно сказать, перед тобой джин стоит, плюс еще у него лапа собачья. Ты представляешь, почти человек с лапой собачьего за тебя стоит. Да. Да, сразу потеряешь сознание. Ты. тут и малейший шорох у тебя, сознание, а, блин, сразу начинает все читать. А тут спанало вот так. И вот я, один. Я бы от страха добавил бы тоник. И вот еще один тоже. Все, давайте я пошел. Масуд тоже рассказывал ту историю. Это тоже касается Аят Аль-Курси. Он рассказал, один из подвижников посланника Аллаха, саллиллаху шел по дороге и встретил мужчину из числа джинов. И они начали бороться. Сподвижник поборол его. Сподвижник, а не... да, Сподвижник поборол его, Прикинь. и тогда Просто Джин а, Джин говорит, давай боро бороться еще раз, и Сподвижник они начали бороться, и Сподвижник еще раз его поборол, и тогда этот Сподвижник говорит, я вижу, что ты слаб, говорит, а твои запястья похожи на запястья собаки, так вы, вы выглядите, его сообщество джинов, он говорит, клянусь Аллахом, а нет, клянусь Аллахом, но джинны знают, что я являюсь сильным саму из них, говорит. но давай, говорит, бороться еще раз, если ты меня победишь, говорит, то тогда я научу тебя чему-то. И они начали бороться. И, конечно, сподвижник опять его поборол. И тогда говорит, я научу тебя кое-чему. Ты читаешь аят Аль-Курси? Он говорит, да, читаю. И он говорит, Джин, если ты прочитаешь аят Аль-Курси перед входом в дом, то тогда шайтаны убегут с этого дома. Либо же в другой версии говорится, если ты прочитаешь аят Аль-Курси в доме, то шайтаны выбегут из этого дома. И когда Абдуллай Масуд рассказывал эту историю с подвижником, они спрашивали, то есть он спросил, а знаете, кто это был сподвижник? И они начали говорить, не Умар ибн Аль-Хаттаб mm. Он говорит, конечно, кто же может быть, кроме mm. Умара это быть? Потому что пророк, я сам говорил, что шайтаны боятся Умара ибн Аль-Хаттаба и также не ходят по той дороге, по которой ходит Умар ибн Аль-Хаттаб. И к чему я это говорю? Что это не какой-то экзорцист там был или кто-то еще. да, Это был правоверный мусульманин. И вот она сила. Вот она основа в, еда, в единобожье, в вере в Аллаха, в упование на Аллаха. Если человек так все будет это практиковать, то, инша Аллах, с дозволения Аллаха, джины не будут его тревожить. Окей. Okay. Uh, так, Назим, чтобы ты не выглядел как бутафория, скажи мне, пожалуйста... Я могу вот так сказать? С чего началось твое знакомство с Ильхамака? Мы с Ильхамака, с одной махали, то есть это аэродромная, это по Букиханово вниз, от Рускулова до конца Барахолки. Лихамака, ну, когда вот мы еще вот такими были, Лихамака всю дорогу, то есть был устазом, всегда был одним из старших, старших братьев, которые наставляли нас, помогали, и потом стали экзорцистами. Как тебе наш подкаст? Нормально, нормально, хорошо, полезно. полезно. После которого ну, тот именно подход, где ты участвовал, скажи мне. А, был ли какой-нибудь фидбэк интересный? Нет, мне писали за счет Радбека. Я... Сейчас многие же начали закидывать это в ТикТок. Разные страницы и так далее. Я люблю заходить, искать самые ужасные комментарии про Радбека и отправлять Радбеку. Он говорит, брат... Я никогда в жизни так много хата, хейта не, не ловил в жизни. он, потому что да, он, он долго очень рассказывал историю, да, если да. ты помнишь. Окей, ладно. Спасибо, Назим. Все, Сиди все, все. дальше. Окей. Э, Ильхам Мага, э, мы поняли вашу деятельность, э, мы понимаем вашу позицию тоже. Теперь мы приходим к самому, наверное, интересному вопросу. Пожалуйста, расскажите нам историю, которая, наверное, в первую очередь, когда которая приходит вам в голову насчет изгнания. Самый памятный случай, самый шокирующий, может быть, который у вас был за всю карьеру вашу. Расскажите ее, пожалуйста. Про дом расскажите. Подожди. Он сам скажет. Про дом это отдельно. Про людей отдельно, да? Давайте. Про дом я отдельно сохранил, да? Рубрика ⁇ Одушевленные предметы ⁇ Ребята, все напрягаемся, выключаем свет. Погнали. Ну, первое, когда прям сильно это меня потрясло, как потрясло не в том смысле, что я испугался, а именно, yeah. что это прям жутко было. А, привели девочку, ну, тогда ей лет 11-12 было. Они, они жили в поселке и сказали, что у ней приступы начинаются какие-то в месяц раз, как судороги были. Потом... А, а в один из них как, месяц прошел, и у нее судороги перешли уже в нечто другое, что она ну, начала говорит, разными голосами разговаривать, материться, зашла в туалет, говорит, начала все на себя брызгать, что там есть, петь песни всякие, по дому, там частный дом был, бегать из стороны в, ко в комнату, в комнату, с окна спрыгивать. То есть ее остановить не могли. И тогда они ее привезли после этого случая. И я начал читать уже. То есть, с поселка привезли, где этот? На район к нам, я ее читал. Два-три дня читаю, то есть у нее никакой реакции нет. То есть в плане того, чтобы джин не проявляется, ничего такого нет, чтобы у ней что-то болело. То есть спокойно слушает хуран. Ну, бывали там моменты, что-то голова болела. Может, балуется, да, просто? типа. Ну, может, М -м -м. бывает такое. Может, испугалась, испугалась чего-то. Да. Да. Uh -huh. Ладно, потом проходит время, я почитал, и именно подходит время к месяцу. Месяц проходит, и у нее в месяц сразу же это приступы. У нее опять приступ, но не так сильно уже, но все равно вот что-то не то. И они опять мне звонят и говорят, надо почитать. Привезли ее, почитал, все нормально так же. Я говорю, если так продолж... ну, происходит, давайте ловить прям на рожом. То есть во время приступа поедем. Неважно, где живет, просто в любое время суток звоните, сразу поедем. Полично. Да. И вот один из дней тоже, я уже спать лег, 12 часов ночи звонят они, ей, говорят плохо. Я говорю, все, поехали. Они за мной заезжают, мы едем, в поселок, и я говорю, как вы вообще определили, что, что ей плохо? Она говорит, я-то, ну, мать ее я-то знаю, что вот месяц прошел, и сейчас уже, ну, у ней может случиться это. И говорит, я ей звоню, что, как вы там, нормально? Да, нормально, фильм посмотрели, сейчас спать с сестренками пойдем. И говорит, я, ладно, короче, положила трубку. Потом, говорит, что-то мне не по себе, и говорит, я опять звоню. Что, как дела? Да, нормально, вот ложусь, ну вот, он смотрит что-то с красными глазами, говорит, и все, у нее этот, она у нее голос меняется и она просто начинает что попало говорит бл, бл, бл. ну вообще какие-то заклинания вот что попало говорит и все с этого началось потом мы так по пути едем она опять звонит дайте трубку ей и она звонит и, все, и трубку мне дает и вот что попало говорит набор слов ну там как заклинание как будто на абхазском разговоре. и вот мы подъезжаем туда подъезжаем туда получается я туда захожу пока отец машину припарковывает и, получается, мама, и я захожу в комнату, а там дедушка, бабушка, там сестренки. И она говорит, дедушку за руку держит, и по полу. Ну, она по полу, но она как на четвереньках. То есть как будто конечностью у нее не работает, только на локтях и на коленках она как-то передвигается. Но ну, это жутко, конечно, смотрится. Это и, когда вы приехали? Да, когда приехали, она в таком состоянии, мы пока ехали, она же уже у нее приступ начался. Получается, она на локтях и на коленях. На коленях, да, как-то вот так передвигалась, но ее... Ну, жутко смотрелся, ее дедушка как-то старался держать за руку, но она вот так как-то вообще, как, как будто это, кукла, да, вот такая была. Потом я говорю, давайте ложите ее, э, этот, на, ну, садите ее и держите крепко. Я начал читать, и она свойство начала кричать, кричать, и я говорю, можете переложить ее в удобное положение. Они говорят, да, конечно, начали перекладывать, у ней рука вылетает, она хуран у меня с рук выбивает, Прям Хуран отлетел. Ну, у меня маленький Хуран был. И она, давай, смеяться от радости от этого. Потом маме тоже там пнула ее по лицу. Ему вот так положили, и там семь человек ее, дедушка, в общем, все, короче, на нее легли, вот так держали. И я когда до этого, когда я читал ее, спрашивал, как ты вообще состояние твое? Говорит, я говорю, вижу, что я все делаю, но я не могу контролировать. Я хочу заплакать, позвать на помощь, но не могу позвать. И только когда я говорит, плакать начинаю, я в себя прихожу, то есть слезы идут. Я, ну это до этого она мне uh -huh. рассказывала. И вот я начинаю читать, читать, и она кричит прям. Я смотрю на нее, она кричит так, что мне казалось, что у нее челюсть выйдет, то есть рот так открывает mm -hmm. сильно. И я кричу, я она смотрю, у нее вот здесь мокнут глаза, то есть этот плакать он начинает, в себя ага. приходит. И сильный крик был. И в этот момент отец забежал, то есть пока машину он припарковал. Забежала, и она все начала плакать, почему, за что мне такое. Ну, там ее начали успокаивать. И когда отец забежал, он мне говорит потом, я когда зашел, говорю, когда она кричала, вот сильный крик, у нее сорта дым вышел, говорит. Я говорю, ну, аль-хамду-ля, может быть, шайтан вышел. Вот прям пар сорта. Я-то в ухо читал, этого не видел, а вот он увидел, прям в этот момент, когда забежал, она кричала, и пар сорта вышел у нее. И поэтому этот, после этого Архамдуля и хорошо стало. Ну, уже а -а -а. все приступов таких не было. А вы, получается, не знаете, да, как это получилось, что в нее кто-то вселился? Ну, типа? ну, это по разным причинам. Здесь, там, во-первых, возле могилок они жили. Во-вторых, может быть, человек просто сам что-то смотрел, испугался. Потому mm -hmm. что шайтаны по разным причинам вселяются. Из испуга стресс получает человек, порчу наводят там, зевает, рот не закрывает, сильный смех, когда mm -hmm. прям в закат смеется. Mm -hmm. Потом гнев, сильный гнев тоже может в этот момент вселиться. То есть... Mm -hmm вариантов вселения в человека очень много да Окей понятно Что ты про домс говорил Подожди это цветочки еще что То что я сейчас сказал это еще цветочки Ох ты Окей Сейчас мы Короче вот этот случай был помнишь который рассказывал уже с с Арманом Да 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 там ну там вот читает рассказывал или нет короче вот, вот хамака читает здесь такой вот, девушка сидит здесь я сижу я вот за хамака спрятался я вот так сижу ну типа вид не подаю типа ближе к вид не подаю короче и да кивотру от страха бывает же вот сейчас по разом будешь драться короче, вот это чисто беспонтово арман где-то там сидит короче около двери и мой хай просто вот так вот смотрит на нее и после этого, но это не было так жутко, как после того, как мы вышли, Ильхамак начал историю рассказывать. А, э, история Ильхамака еще жутче, да? Горгий? Да, после истории Ильхамака у меня всегда, я как из Вентура еду, открою окно и вот, вот так! Чтобы, ну хотя бы голову не сидят да? Да, это отдельно расскажу про машину. Так. Подождите, просто... на все случаи жизни Нет, есть история, да, да. не просто хотели же самые такие жесткие. Да, по сути ну, дела, их в их, их много таких да. жестких. Иногда от того, что постоянно это, не все запоминаешь. Это, Из-за этого. Так было вот. Сейчас, когда... извините, Ихамака, а у меня тогда вопрос: вы вот вначале сказали, что шайтаны очень мстительные. Угу. Получается, вы на себе испытали это, что они да? вам мстят. Конечно, по-любому мстят. Так, а как это проявляется? Ну. Во-первых, вот когда я вот сейчас историю хотел одну рассказать, там был момент, когда он мне угрожал. Шайтан угрожал. Все, забудьте мой вопрос, начинайте историю, да. Ну, она, походу, и будет. Это тоже в 2014 году было. Я домой прихожу и смотрю, скорость стоит, и, ну, полицейская машина. И думаю, что-то там не то случилось. Ну, и просто в голове так, наверное... Это около вашего дома? Да. Просто там в голове такой мысль помекнула. наверное, в кого-то шайтан свелся, он начал гнать. И вызвали вот всех. И я сижу, зашел, чай, чай, чай пил. После тренировки еще. И тут в домофон звонит. Ильхамака говорит: да. Помните, говорит, вы этот мои, ну, супруги читали. Джин, когда был, да. Вот у вашего соседа, джин, можете зайти. Я говорю, хорошо. Раз захожу, там уже он в наручниках сидит. То есть никто к нему не подходит. И я зашел он о, со, ну, со мной то знает меня и у него сразу по взгляду, я вижу ехидный взгляд, такой наглый, и я сразу понял, что это, ну, у него шайтан сидит. И он говорит, давай садись, пообщаемся, мне говорит. Я говорю, успеем. И, а он, оказывается, на своего брата напал с ножом. Это, это получается, а, о, о, он о, до сих пор в этом состоянии? В состоянии, а -а -а. да. Его скрутили наручник. Это он говорит, или... Джин это говорит, давай а. пообщаемся. Или аватар. И, в общем, он наручник, все, и потом уже этот правоохранительные органы говорят, мы его будем забирать, потому что он там чуть-чуть с ножом порезал брата руку. Угу. И по-любому нам нужно заполнить заявление, вот это все. И если хочешь, пойдем в камеры почитаешь. То есть они сами это говорят. В камере там мы пока будем. Ну, сайт, да, но... Они сами это говорят, потому что они каждый день их вызывают, и они уже знают, когда человек где адекватный в состоянии эффекта или что-то еще. Ну или вот в другом да. состоянии. То есть они на опыте уже говорят. Я говорю, да ладно, вы все сделаете, потом привезете, я почитаю. Теперь же говорят, выводите его кто-нибудь. Они сами боятся выводить. Мы не будем к нему. А он на ручниках, завязан, но от, от него такая аура исходит, что как бык жесть разъяренного. Mm. И его еле-еле, короче, вывели. И когда вот в машину садятся, кто с ним сядет, говорит теперь, все боятся садиться. И этот, и там когда друг один его говорил, ну ты что творишь этот? И он начал с Джином разговаривать. То есть mm. этот парень еще в состоянии это, это, в одержимости. Я говорю, не разговаривай с ним. Да что он сделает? Я говорю, не разговаривай. И этот начал говорить: я вас всех сдам, я знаю, что вы делаете. Я вот сейчас уеду, всем расскажу про вас, то есть своих друзей всех. Я говорю, ну я предупреждал, не разговаривай. И, в общем, вот, в 5 утра он в себя пришел и говорит, что я здесь делаю? В, да. в, да, в, да, в камере. Часть. Да, в камере уже. Потом его привезли, я объяснил, что нужно читать его. Тогда просто у меня по времени не получалось так. Я говорю, если сможете найти только правильного, найдите. Они кого то повели его. Ну там свойственно это шарлатан оказался, который с колдунами работает. Он сказал, так, у него это, да, джин, не пусть не кушает красное мясо, не пусть не кушает вот это, вот это. То есть, что ему нельзя делать, На Если к... он на -диету посадил, да. короче. Если он будет это делать, все, тогда у нас сильный станет. Хорошо, он почитал там. Он приехал домой. Не успел зайти, холодильник открыл, колбасу все начал кушать. Вот это мясо. У них вот такие глаза всех. Им запретили же, а он начал это все кушать. И говорит, вечером вешайтесь. Ну, дал понять, что все. Да, вечером. Я хорошо, они мне говорят, хамака вечером. На старте будете. Я говорю, хорошо. Это жестко, да. Да. И потом я прихожу тоже вечером, смотрю, они уже стоят. Веревка, скотч. Вот это все. Я говорю, что будем заходить? Он, да, заходим. И он раз стоит. А да. до этого, вот когда первые дни, почему у них страх такой был? Потому что когда он ну, в таком состоянии был, он своего брата, тоже ровесника они были, но тот 105 килограмм весил бодибилдер. А он где-то на тот момент, в котором джинс сидел, ну, 70 килограмм. Он его вот так одной рукой за шею поднял, от пола оторвал. Вот они это все видели. Потом, когда они его захотели в комнате закрыть, Семь человек дверь держали, он дверь вот так одной рукой открывал и улыбался. Типа, что вы сделаете? И вот это все видя, они собственно боятся. теперь у них веревки, скотч, все есть. Я говорю, хорошо. Заходим, он сидит, делает вид, что ему не страшно. Ну, как такой важный сидит. И видно лицо ехидное. И к окну подходит, спиной к нам получается. Вот так шея хрустит, поворачивается к нам лицом. Нападайте. Вот так говорит. И все, они стоят. Они боятся. Нападайте, говорит. Семь человек. Я говорю, вместе идите вместе. Я начну читать, вы вместе нападайте. Ну, если вы боитесь, что он выключать начнет всех. Они просто взяли, накинули на него. И все, я начал читать. И он там вот так ревел, как будто животное какое-то там прям, так, как лошадь, когда набегается же, вот так, вот точно так же там, так, прям рев у него был. И потом вот так же на следующий день я пришел, и он тоже по дому ходил вот так, и меня увидел, он так, я сразу не начинал читать, он ходит на меня, смотрит, иди домой, в своей семье спокойно живи, иди домой, говорит. Э, ладно, стою, он ходит туда-сюда и с кем-то разговаривает. Что, сейчас начнем? Сейчас начнем, говорит уже. Потом, и у него еще, чтобы понимали, как в фильмах ужасов, это неспроста взят. Когда бывает же там, что человек куда-то в состоянии переходит, тх -тх, шея начинает хрустить. Вот точно так же у него было. Потому что он в сторону туалета пошел, тх -тх, шея похрустил, так, потом развернулся, сел. И я давай, ну, начал читать его. Сразу они уже на опыте. Я говорю, вот так ноги завязывать, руки. И я ему читаю. Он в ответ мне какие-то заклинания. Что так говорит, что бормочет, бормочет. И потом говорит, я тебя найду, я тебя убью. Мне угрожает, лично мне. Я вот так с тобой сделаю, так с тобой сделаю. Я читаю, читаю без остановки. И он один момент раз, замолкает. У тебя дочка есть маленькая. И я ее заберу. И этот, и этот момент он говорил это таким: как ты любишь подделать голоса страшный: У тебя дочка есть. Вот. Я ее заберу. А и зловещий смех в конце. Серьезно, вот так и было. Вот так было. Давайте будем озвучивать. Не, вот так и было. И в этот момент я начал злиться на него. И хотел, ну, то есть остановил чтение и хотел сказать, только попробуй там, значит, Но я потом понял, ну, как, значит, понимаешь же, что он просто меня вывести из себя хочет. Mm. До этого я читаю ради Аллаха, чтобы помочь, а уже после того, как этих слов я начинаю, ну, буду читать от того, что я на него злюсь. Ирхамка, извините, он, ну, этот человек не знал же, что у вас есть дочь поедет? Маленький. Нет, он знал, шайтан, то он, ему разницы нет. Нет, ну получается, но этот человек по Зна, сути он, да, он знал, знал, да, да, да. Он знает, да даже если бы он не знал, то есть, если бы даже это был какой-то другой в другом он городе, сказал, шайтаны для них это не проблема информацию узнать И вот он это сказал, я чуть себя в руки взял и дальше продолжил читать. И тогда уже он понял, что этим не возьмешь, и начал уже давай договоримся, давай что-нибудь сделай, оставь его, зачем тебе. Типа, ну, за него пыхтеть здесь стоять. Mm. Своей жизнью живи, его оставь, он mm. мой, я все равно его не отдам. И вот так несколько дней проходило, и он моментами разговаривал как таким грубым голосом, потом был не, не, между со средней грубостью mm -hmm. и такой, и свой голос, который вот в жизни у него. Mm -hmm. И раз, когда свой голос стал я говорю: нормально себя чувствуешь? Он говорит: ну, чуть заторможено, да, говорит. А я как будто делаю вид, что ухожу. И они там друзья уже стоят, разговаривают. И он... Я стараюсь... Ну, уже выхожу, к прихожке иду. И он резко говорит, Ильхам выкрикивает. То есть своим громко. А до этого монотонно разговаривает. А тут Ильхам... И я раз разворачиваюсь, говорю, что? Он говорит, ничего. Я не звал тебя. <связываю> То есть ему получилось ему выкрикнуться. А когда он в таком состоянии, это все люди, которые это, одержимы шайтаном, они говорят, мы в этот момент ну, находимся в комнате как будто, в темной комнате, и мы слышим вас, сдалека вы что-то говорите, но вас зовем, вы нас не слышите. То есть вот так. Некоторые находятся, ну там всякие ужасные эти переносят, как во сне их там бьют, мучают, в каких-то страшилках находятся. То есть в этот момент, когда ты читаешь человека, он сознание теряет и джин, когда с тобой разговаривает, в этот момент они как будто в темной комнате находятся. И вот он, говорит, я выкрикнул, и потом опять в темной комнате остался. И потом я подхожу, говорю, что звал? И он говорит, я не звал. Я просто стою так, без смеля сказал шепотом. Он раз на меня так посмотрел. Я говорю, а, иди сюда, короче. И опять положил его. И давай читать. И так, альхамдуля, так долго читал. Долго читал я, чтобы вы понимали, я заходил в 11.30 ночи, Выходил в три часа, в три часа. Это самый долгий мой вот этот эксперимент был, который когда, когда я читал. И чтобы, как про друзей я же говорил, все это время Шайтан он не только в этот момент влияет на меня, там как-то еще, да, на всех, кто там присутствует. То есть он э, потихоньку закидывал удочки в голову каждому, у кого есть какие слабости. То есть это же друзья его, и он знает все, какие слабости. И вот первый день, который парень с ним спорил, когда я ему говорю не спорь, он самый первый убежал, потому что он помимо того, что они во время экзорцизма ну, держали, да, они же по домам уходят, там остаются наедине с собой там в комнате одни там на работе, и они говорят мы не знаем что делать, на работе еще что-то пробежит, это там ну то есть Шайтан им тоже мстил, и вот этот парень, который он первый убежал, и последняя капля была, когда я читаю, он закрытыми глазами Лежит. А этот, допустим, они уже, ну, он завязан, я сижу, возле головой читаю, а он где-то вот там стоит. И он на него смотрит с закрытыми глазами, говорит: О, сегодня с бабушкой пришел. Она плачет вот за тебя. А бабушка-то умерла у него давно. И он все убегает оттуда и все. Короче, сломался. И он со слезами на глазах убежал. И так все поочередно, каждый день по одному по одному. И когда в последний день я заходил, они этот... Один на один остался? Нет, один там родной брат еще, друг остался его. Они все на улице сказали, мы с тобой до конца, если там драка, что-то на улице, но туда не пойдем, говорит. И я говорю, хорошо, пойдем втроем. Так и а я... людей. А я еще звонил тоже братьям, там, помогите, там, просто поприсутствуйте. И там у всех не получалось, конечно. И мы зашли когда, а он уже смотрит на строе, еще больше оперился. И я... Он уже не стоит, он на них идет, получается, и они раз назад дают. Я суру читаю, короче, на него иду, он от меня шаг делает, и я сразу так за руку беру и по плечу вот так просто слегка тык ударяю, он падает и все, они его заваливают, и я дальше читаю. Ну, альхануля потом его лучше стало, там уже дальше другая история, так как они не мусульмане были, а а, да, поэтому там уже чуть по-другому было, там они некоторые не выдержали, там в больницу вызвали его там. Но в больнице даже, когда он звонил мне, говорит, то, что я ему написал, а я талькурси, о, истиазу написал, ну, он же как бы не мусульман, а узубиля именно режим, хотя бы читай игру постоянно. И он говорит, я когда находился в психушке, я читал это постоянно, говорит, и мне все время в голове говорит, надо сбежать, надо сбежать, надо сбежать. И я в туалет зашел, начал тошнить меня, начал вырвать, и вырвал, говорит, этот, как вот когда газету жжешь, она же взлетает, этот, да, это, да, пепел. Да, вот. Пепел такой вышел, говорит, испарился. Говорит, и все. И после этого, ну, аль ля легче стало ему. Это одна из Ах. таких историй. Окей. Только Может... не говорите, что это цветочки. А, да. Ильхам Ака, есть такой вопрос от наших подписчиков. А, люди, из которых изгоняют джины, они дальше как продолжают так же жить, как жили? Да. По воле Аллаха, конечно, все становится хорошо. Они, то есть, если они делают то, что как после изгнания говоришь им, чтобы укрепляли иман, читали намаз, делали благие дела, то шайтан их оставит. Просто были многие люди, которым я читал, и я говорю, на намаз вставайте. Это будет самой большой это, причиной от того, что вы избавитесь от шайтана. А говорит, а когда выйдет, можно бросить намаз? Вот такие были вопросы. Я говорю, а как вы с таким намерением вообще будете? Когда я одному парню читал, у него влюбленный джин сидел. Есть такое. Влюбленный джин, Женщина влюбляется в парня, то есть человеческого да? детеныша, мужчина да. Либо же, мужчин, Но мужчина, же да. мужчина джин влюбляется мужчина. в женщину и тоже начинается проблема. Замуж не может выйти, либо что-то еще, либо в семье начинается проблема. Такое тоже есть. И вот у этого парня был влюбленный джин. Он говорит, когда за границей учился, понял тогда, кажется, что в него кто-то вселился и он говорит, а то, что, может быть, я за границу уехал, говорит, начал переживать, скучать по дому, все равно же чуть-чуть стресс получил. И в общаге жили они. Студенты же, а в общагах очень много их. И тогда в него вселился. И вот он потом женился вроде, но не смог, развелся. И говорит, все время в голове голос женский, все время что-то говорит, и там ночью не дает спать. И когда он ко мне шел первый день, я почитал ему, и у него только рука... То есть не было такого проявления, что, как некоторые думают, обязательно нужно орать, голоса меняться. Иногда не так. Иногда спокойно все проходит. Mm -hmm. То есть у него просто дергалась рука. И все, он спокойно все слушал. Единственное, говорит, в голове у меня все время она мне говорит, не слушай, кричит, все равно я не выйду. Вот такие вещи mm -hmm. Потом на следующий день он приезжает, и она ему говорит, зачем ты ходишь, говорит. Вы все равно меня не изгоните, вы ничтожны передо мной. Я почти 900 лет живу, а вы сколько живете? Ну, эта информация не сказать что достоверна, потому что джинны врут. Но да. то, что они живут долго, это, это факт. Поэтому, ну, как берем, как это на, на, на примету, да, это. И вот, говорит, что вы сделаете со мной? Типа. И я начинаю читать, читать. И то, что шайтан уже бесится от этого, и он ей, она ему говорит в голове. Хорошо, говорит, даже если я выйду, ты же к своим грехам вернешься снова. И я опять зайду, говорит. Вот. Вся причина. Человек, он, когда с него шайтан, ну, выгонишь, да, шайтана. Это эмоции же все, стресс. Это все проходит. Любое, да, что-то забывается. И потом человек начинает в повседневную жизнь в колюю входить свою и опять то же самое начинает делать. А на самом деле шайтан просто чуть-чуть в сторонке подождет. Сейчас как он себя поведет. Будет ли иман укреплять правильный образ жизни, всей, либо же вернется к своим. Если вернется к своему пути, я опять зайду. Это как вы после болезни. Иммунитет слабо же. Реабилитация нужна. Нужно себя лечить, витамины принимать. А если ты только вылечился и сразу пойдешь, ты опять же заболеешь. Так же и здесь. Но тут реабилитация она должна всегда быть. То есть ты всегда должен быть на намазе, всегда должен просить да. дуа Кстати, и защищаться. После прошлого видео, где я участвовал, мне на следующий день парень написал, так-то так. Ну, а первых он написал свои эмоции. Типа, он красочно это описал, и потом сказал типа: вот я намаз начал читать после этого выпуска. Поэтому, а если вдруг вы увидели какие-то знаки либо знамения, либо те слова, которые вам нужны были именно в этот момент, возможно, это знак для того, чтобы, может. Вы начнете намаз читать. Да, наш да, подкаст больше настроен на благие дела, чем просто вас э, пугать. пугать. Да, да. Да. Просто для того, чтобы вы знали, что есть такие <с существа, и вот есть человек, который на этом специализируется. Ильхам, тогда у меня еще несколько вопросов сразу же, вот после того, как вы это рассказываете. Вы сказали, что это влюбленный джин. Да, это получается джин влюбился в этого парня. да Окей, получается, у джинов есть классификация. Да. Можно ли узнать у вас вот какая классификация? И еще один вопрос у меня сразу же возникает: если э, у нас э, в большинстве, ну, если смотреть отдельно с глаз, да, допустим, когда mm -hmm. люди, ну, вселяют кого-то джина, mm -hmm. да, mm -hmm. то какая причина в основном? Из-за любви неразделенной, может из за mm -hmm. зависти или из-за чего? Какая? Порча на иметь. Да, 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 порчу. А, ну это да, сейчас объясню. Ну виды джинов, они в основном бывают трех видов. Это летающие джины которые ну, могут летать. Второй вид это которые перевоплощаются в скорпионов, в змей, там, ну, то есть ползучие, там все ползущие. И третий вид это кочев... кочевные джинны, которые туда-сюда ходят, то есть везде бывают. Это вот три вида джинов. А уже там их не уровни, это совсем другое. Есть ифриты, есть шайтаны. Ифрит это еще выше. Есть мариды, это еще мощнее, которые, можно сказать, как генералы, да, и иблиса, можно сказать. То есть поэтому в, э, в хадисах говорится, что... А кто, кто выше, Марид или... Э, Нариды, скорее всего. Марид или Ифрит? Нариды, скорее всего. Вы Почему? со всеми ими сталкивались? Нет, я думаю, что я сталкивался, наоборот, со самыми слабыми. Okay. Потому что сильный джин, он терпит Куран. Он может терпеть его. Ну, до определенного момента. И поэтому в хадисе говорится, что когда Рамадан наступает все шайтаны, шайтаны мариды, они заковываются в цепи. Поэтому человеку в Рамадане ему легче делать благие дела, легче поститься. Но не все. И близ его армии, они в цепях. А остальные джины, они на свободе. Поэтому все равно какие-то научения или какие-то дела человек делает. И по поводу сихра, да, на людей наводят здесь уже разные вещи. Есть из-за зависти. Вот, допустим, на какой-то работе, да, вы работаете, коллеги, да, и вот ты занимаешь какое-то кресло, и он хочет твое кресло занять. По-другому, как он возьмет? А порчу, если навести, это уголовно ненаказуемо. Во-первых, даже если э, uh -huh. он наведет позже, кто докажет, что это он сделал? Uh -huh. Никто не докажет. И вот я лично очень много читал таким людям, которые вот именно в рабочей сфере им прям в кабинеты подкидывали. У одного э, было в кресле, получается, ему здесь, на спиночку вот такой цыганский такую цыганскую иголку вотнули еще, она пропитана талием что ли было, это такой яд, который через воздух воздействует, О. вот так. И ну, такие вещи, иногда бывает в подарки <гум> дарят, По <гум> может подарок подарить, и это опять же из-за зависти, если хотят. И вот, допустим, кресло забрать, и вот порча начинает действовать, начинаешь плохо себя чувствовать, недомогание, э, сонливость, как будто в тумане все происходит, с работой не справляешься, потом больничный можешь взять. И тут нужно же работу делать, и кто-то выходит, я могу его работу сделать. Все, mm -hmm. тебя убирают, его ставят. То есть ты уже хочешь на работе оставить, но максимально ты не можешь. Даже если ты что-то делаешь, ты начнешь ругаться со всеми, не вспыльчивый становишься, то есть не контролируешь себя. А бывает ли из-за любви кто-то? Из-за любви делают, да привороты, да вот это. Mm -hmm. Это основное все делают, Из-за любви, чтобы приворот сделать, мужа с женой разлучить. И такие моменты очень, ну, распространены. Mm -hmm. Когда в Египте один шейх историю рассказа, когда он изгонял с одной семьи, им сделали порчу на семью, да, и чтобы мужа с женой разлучить. И доходило до того, говорит, что муж с женой не могли в супружескую близость этот, зайти. Почему? Потому что даже жене, говорит, цепями ноги завязывали, она их рвала. То есть соединяла ноги. До того джин у ней был. <свят> То есть до того, до, чтобы их развести. Я Никак... не хочу думать о контексте. И когда. Нет, я все понял. Это и ужасно. К... И когда шейх тут ну, читал ей, он, ну, у Джина спросил, как ты зашел, говорит. Он сказал, я долго не мог зайти, потому что она, говорит, праведная женщина, намаз читает, роза делает, ну, правдивая, нравственная. Но один из дней, говорит, она одна дома осталась, и в этот момент, говорит, ветер подул и окна открылись. Она испугалась, подумала, что вор. И в этот момент я зашел. То есть во время испуга, шайтан может зайти, вселиться в человека. Но опять же, это не так, что каждый раз, когда мы испугаемся, она же зайдет. Это как сейчас я ск... окно будет открыто, допустим, мы же не все заболеем, кого-то продают, кого-то нет. Да. Все по воле Аллаха. А здесь шайтан, он уже ждал момента. То есть она испугалась, он зашел. Либо какой-то оступок он зайдет. То есть не так, что сейчас ты и я испугаемся, и ну, не, не общем, факт, что зайдет. Да, да. Это только... уже целенаправленно было угу. сделано. Когда оцепенение, какое-то отстрахивает, это уже с паники, да. Да, вот. да, да. У -у -у. И вот, но ну, и также есть моменты, когда он сразу может селиться, и человек просто в доме уже бардак все время ругается, ни с того ни с сего начинает нервничать человек, то есть вспыльчивый. Это тоже все могут быть симптомы сихра. Окей. Mm. Okay. Ильхамак, uh, тогда у меня еще один вопрос возникает, когда вы сказали про, допустим, того шарлатана, который приходил, uh -huh. который сказал, что типа вот нельзя красное uh -huh. мясо есть и прочее, да? Получается, uh, <кх> в этом мире uh, как бы тех, кто изгоняет и ну тех, кто двигается около, да, такой мистической темы, uh, есть как будто бы две школы, да, Слизерины и Хогвартс. Uh, есть uh, чуваки, которые работают с ними. И mm. Есть чуваки, ну вот наподобие вас, которые противостоят. им. Mm -hmm. Получается, э, у нас каждый день идет борьба, борьба. добра со злом. Да. Почему? А. Потому что шайтаны, они всегда хотят человека запутать, всегда ввести заблуждение. И поэтому, когда человек, ну ходит к колдунам, да, каким-то людям, они все работают с шайтанами. То есть, чуть-чуть расскажу, да, систему этой работы, как они делают это. А, допустим, у вас вы потеряли, допустим, портманы. Ну, к примеру, где-то уронили. И пришли гадалки и сказали, вот я хочу найти свой портмоне, не могу найти. Она говорит: посмотри, вон там за диваном лежит. Ты пошел, посмотри, действительно лежит. Я думаешь, как она узнала? Правильно же? И все удивляется. На самом деле ничего удивительного. Просто твой шайтан, который рядом с тобой всегда ходит, ей говорит: портмоне уронил там. Она говорит вам эту информацию. То есть, это как будто бы Найзн пришел бы ей бы заранее сказал, что он потерял портмоне там, и она вам эту информацию дала. Вот так это делается. Либо же вы приходите, и он, твое имя говорит, колдун, там все, то, что у тебя на работе творится, то есть всю информацию. И ты тоже удивляешь, как он это знает, что у меня такие проблемы. Ну, чтобы вы понимали, там, во-первых, не просто колдуны, там еще те психологи сидят. И, во-вторых, эту информацию все дает шайтан. Не нужно вестись, как он узнал. Ничего удивительного в этом нет. То есть я как говорил до этого, что когда человек рождается, к нему предоставляет шайтан прям с рождения. И все, до конца жизни он с тобой. Он лучше тебя, чем твои родители знают. Он 24 на 7 рядом с тобой. Все твои плюсы, минусы, все знает. И он эту информацию просто гадалки расскажет. Либо же ее, этот джин расскажет джину, который работает на колдунью, и та будет уже эта информация делиться. Поэтому вот никогда не надо вестись. Иногда бывает такое, что люди говорят, вот одна бабушка, я, там, я сходил, и там колдун какой-то, мне сказал, в доме вон там, вон там, посмотри, у тебя что-то лежит. Я действительно нашел. Но опять же, это же может сказать сам джин, либо же она может своим джином сказать, подложите туда эти вещи, и я скажу, что они там лежат. То есть ничего в этом удивительного нет, поэтому не надо никогда на это вестись. И люди сами привыкли просто, чтобы какой-то был ритуализм, когда вот что-то происходит, лечение. Сказку верить, да, да, шаманизм, какой-то танцы с бубном им надо. А просто Коран почитать им, как будто просто Коран почитал. Да. Мало. А им нужно вот именно какие-то обряды, а этого не надо делать. Что может быть сильнее слов Аллаха? Что может быть сильнее? Зачем что-то при... к этому примешивать? Когда Аллах говорит, Если бы ты. Если бы мы не спасали этот Куран на гору, ты бы увидел, как она расплавилась. Это слова Аллаха расплавили бы гору. Тогда что говорит о шайтанах, которые лечим, то есть изгоняем посредством слов Аллаха. А люди хотят какой-то шаманизм, тумар повесить, там, красную веревочку на себя повесить или что-то еще. Нету в этом блага. Оно само по себе не может помочь. Когда мне люди сюда приходят тоже мечеть, вы можете написать тумар или там, один раз женщина пришла, дала такие, как фенечки, да, вот красные. Mm -hmm. Вот на них почитайте. Я говорю, зачем? Ну, мы их носить будем. То есть люди хотят переложить свою ответственность на кого-то. Пусть вот это будет висеть и мне помогать. Либо вы мне почитайте, чтобы все было хорошо. Это неправильно. Почему? Я всегда говорю пример. Хорошо, вот что у нас обезболишь такой может? Кетанал, к примеру. Голова болит. На шею повесь кетанал. Поможет? Вот просто разумно подумать. Кетанал на шею повесь. Голова пройдет? Пока мы не попьем его, результата не будет. Также и здесь. Чего толку, что там в Маре аяты Курана у тебя висят, пока ты их не читаешь? Мы должны сами проговаривать его, мы должны сами читать. Не обязательно для этого быть чтецом или знатоком Курана. Если ты хотя бы знаешь несколько сур, этого достаточно, чтобы защититься. Все зависит от намерения. Поэтому ученые говорят, чем, допустим, часами слушать Куран, лучше будет, если ты почитаешь на стакан воды много раз Фатиху. Фатиха — это исцеляющая сура. То есть, почитай много раз фатиху и попей. Если ты болеешь, чувствуешь недомогание, чувствуешь, что, может, тебя сглазили что-то еще, суры почитай, фалях нас и хлас, почитай последние три суры Курана. И все, иншаллах, все нормально будет. А, хочу добавить, чтобы не было вырвано из контекста, мы верим в традиционную медицину, а, мы верим да. в больницы, мы да, уходим да. в больницы, нет такого, чтобы, типа, мы не ходим в больницу, мы только вот... да. Так вот, чтобы там люди не использовали, а эти мусульмане! Чтобы вот этого как не было. Ну я китал теперь здесь носить даже, Нет, на самом деле, правильно говоришь, потому что есть три вида метода лечения. Это хуран, медицина и колдовство. То есть все, что с этим связано. Разрешены из них два. хуран и медицина. То есть я сам, когда люди приходят читаться, иногда бывает у него нету ничего, ни порчи, ну, то есть, низ шайтана, но он не может вылечиться. И много детей привозят, которые диагноз не могут поставить. Угу. То есть, мы все проверили, что делать. Я говорю: хорошо, сейчас Куран почитаем, два делайте и продолжайте лечение. Идите в больницу. Продолжайте лечение, и тогда, иншаллах, может, Аллах даст какому-то врачу щифа в руки, и он сможет найти. И в итоге оказывается так, что у одних просто там аллергия вышла, хотя это, говорит, можно было, и любой врач мог поставить. Uh -huh. То есть не могли поставить, но после этого ставили. Потом тоже одной девушке думали, у нее судороги были, там э, тоже подросток девочка была, думали, шайтан у нее что-то еще, у нее испуги какие-то были, и даже к, психологов ее, к психологам ее водили. И я когда почитал, у нее никакой реакции. Я говорю, у нее все хорошо, по сути. Просто говорю, даже если вы все проверили, сходите дальше в больницу, то есть идите, лечитесь, и потом будет результат. И когда через некоторое время я к ним приехал уже по другой причине, она выздоровела. Говорит, мы да действительно начали лечиться и нам поставили правильный диагноз и лечение назначили. Архангел говорит, все хорошо. Поэтому медицина и Коран, это вообще проблем нет в этом. Все ну, да, вместе да. в совокупности это вообще хорошо да, было. Это бы. я только что говорил, да на прошлом выпуске, только что пацаны приходили, я сейчас играю Assassin's Creed Mirage, где история в Багдаде идет, и как бы там, ну, типа, видные ученые, мусульмане, которые, типа, медицину изучали. И в то же время, как бы, ну, это понятно, что там не религия и, не, и наука, они как бы не шли порознь, они шли параллельно надо да. вместе. Да, да. это у никогда проблем да. не было. А теперь у меня еще один такой вопрос возникает. Ульхан насколько сильно распространена у нас колдовство в Казахстане вообще? Сильно распространено. Очень сильно. Очень сильно. И насколько много есть, такие Джон Константины, как вы. Ну, насколько много хват... у вас? Нет, ну хватает, для их. Просто я сам лично, может, кого-то не знаю, но так. Почему вы не соберетесь, как Марвел? <ссылка> 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 Союз создать, <ссылка> да? <с Staats> да, Союз, <сушья> да. Просто. Гильдия, тр... Гильдия экзорцистов. Просто учитывая, сколько <с ris gonna> людей приходят, да, это только ко мне. А еще есть люди, которые толпами идут к другим людям читаться. И это говорит о том, что очень много ну, делают колдовство, порчу. И это все слои населения туда ходят. Абсолютно все. Но вещи еще разные люди есть, именно которые проверяют. То есть, э, что от пророка Салим пришло, то, что единственное, что мы можем сказать, это поправьте, то есть, уходи в рак Аллаха, все. Так же. А есть некоторые, которые разговаривают, кино, короче. Мы один раз тоже так вот сидим, там родители сидят, там и так далее. Короче. И среди них там есть один э, тоже Стас. Но он любит поболтать, так сказать. Такой коммуникабельный экзорцист. Ну, братан, И он вот так вот на меня смотрит, так вот. Я на него тоже смотрю: играю, да, в его игру, получается? И он говорит: типа, качественно тиксерим, короче. Я говорю, да, пожалуйста. Потом уберет сейчас, вот так вот меня. Я не знаю, почему они себя там так держат. Вот, почему он да. меня вечно трогает? Ага. он, меня, всегда пугает так. Да, я, понял, что ты... А халямой халяма и вообще Ты мог его так показать просто. Не, надо же показать, что ты почувствовал. Все, все. Ты и что-то, что-то читай, Я в этот момент, Андрей, серьезный, брат, атмосфера, где все сбитый. Угородил. Он стоит ты мне. Идем в углу. и он говорит, Це? тебе в тебе есть Говорит, джин? только Джин приколист, говорит, же. и уходит. Джин приколист? Да, я, я сказал, да, черт возьми. Тикток песня или танец? А? Ладно. Ну, да. Ладно. Он... Да. Назим, Тикток песня или танец? Ладно. Он играл в высшей лиге Джинов. Окей. Что ж, да, это очень прикольно. Теперь Ильхамака опять же, Назим, давай у тебя тоже спросим, это общий, да, мы написали фильм Дестер. Ну, я являюсь сценаристом этого фильма. Mm -hmm. уже снял. Вот вся наша команда. Они все здесь помогают нам, помогали mm -hmm. нам с этим фильмом. А, теперь у меня вопрос такой. А, правильно ли вообще... А, это такой, знаете, жанровый фильм. Он больше... Mm -hmm. а, драма с элементами хоррора. Мы там действительно mm -hmm. пугаем людей, да. Mm -hmm. а, и не без такой тематики, как джинны. Вообще, mm -hmm. правильно ли это показывать на кинотеатры и на широкую публику? Ну, это такой вопрос вообще о фильмах, наверное, можно ли показывать или как. Здесь если смотря какой посыл преследовать, чтобы в таком формате, я не могу фатву давать, можно это или нет, Ну в каком формате его показывать, чтобы людям донести, что есть такое, потому что мы только привыкли видеть как там, да, зарубежные фильмы, где кресты там или что-то еще, да. А здесь именно как от мусульман, как это исходит, правильно. Ну, то это, ну, думаю. Да, там э, буквально последние полчаса, наверное, не прекращается этот курси. Поэтому я думаю, да, <laughs> наверное, у нас а больше. Сама суть там по фильму: можно ли такое снимать или нет, я здесь ничего не могу сказать. Хорошо. Да. Назим, ты как думаешь? Ну, здесь же не только проблема джинов поднимается в этом фильме. То есть, здесь, опять-таки, проблема бытового насилия. То, что им сейчас это очень остро, да. в, в нынешнее время, то в последнюю неделю очень сильно развито. То есть лично, если мое мнение взять, то пускай, таких фильмов будет побольше, чем ну, разные разного рода комедии, да непонятные, какой да. Да, ну здесь в принципе да, фильмы поднимаются разные темы, но у -у -у. одно из, которое я просто хотел ну, посыл, чтобы, вас. Да, посыл чтобы, да, посыл чтобы донести да. людям, да, как что это на в таком фоне, формате, да. На фоне джинов э, вот эти вот экзорцизмы и так далее, то есть одержимости, происходит бытовое насилие. Да, ну, да, да. Так да. и происходит? Сколько таких случаев было, когда? Когда Джин селился, он всяких делов натворил дома. бывает такое тоже, да, что типа поднимает руку на Конечно, там же там у состоянии таком. А можно я одну жуткую историю скажу, которую там слышал тут Только не кричи. Не-не-не, не буду. кричать. То есть, по-моему, вы тоже знаете, Ильхамака, то есть, там такая история, что один шейх, шейх, ну, Стас, да. Он получается. Там парня на смертную казнь, насколько я знаю, то ли он, он в тюрьме, то ли на смертную казнь, то ли... Ну, uh -huh. Отбывает срок в местах столь неотдаленных. Это было в арабской стране. Браво. Как литературно это сказал. Да. Uh -huh. да. Вот. И, э, получается, этого устаза отправили туда для того, чтобы он почитал его. И он спрашивает, типа, что случилось. И оказывается, то, что э, это была пара. То есть мужч... молодая пара, которые недавно женились. Этот парень был то ли программистом, но что же связано с компьютерами. И в одном из сайтов бывает же, всплывающие рекламы и так далее, и там вышли пентаграммы. и он почувствовал холодок на своей ноге. И после этого стал себя ну, не так чувствовать. Да? И в течение трех дней, потом так получилось, что он убил свою жену. Даже съел почти. Да, и он съел ее. Нет, да. Он кушать ее начал. Подождите, это где? Это вора в одной рабство стран. То есть он его, по-моему, приговорили к смертной казни. Он убил этого. и, ну, и начал и... есть ее. Вот прям. Кушать начал. Окей. Okay. Uh -huh. И когда у него спрашивали, что, почему, зачем ты это сделал, он говорит, это не я. Я помню, говорит, отдаленно, то, что вот, вот это происходит, как будто бы вот как со во стороны, сне, да? да, как во сне. Но. Вот проснулся, смотрю, жена вот вся, вот, и сразу вызвал полицию. То есть такое тоже бывает. То есть бытовой насилие ⁇ это одно, съесть жену ⁇ это другое, да? Поэтому, короче, ну, в таких ситуациях возможно все, да, в общем. Да, возможно все. Единственное зависит от насколько уровень, да, это пик вот этой ситуации. Угу. Какой шайтан сидит, какой джин сидит. Потому что очень много, допустим, бывает моментов есть, ну, я которую историю хотел тоже рассказать, это в домах. В домах бывает. И надо бывает вот, ну, все хорошо у тебя в доме, а тут раз ночью что-то не то случилось. Ну, дети плохо спят, либо что-то еще. А мы должны понимать, что это на телевизоре тоже все происходит. Ну, в телевизоре, да? Когда просто сейчас все мультики завязаны о том, что и в фильмы на магии, и на вот этом всем, правильно же? Все просто так делается, палочкой потом покрутил, повертел, все появилось. И многие моменты бывают в играющей форме, в мультиках или в фильмах, они вызывают, призывают шайтана. То есть это может быть имя какое-то там вообще веселое, и там они могут кружиться, бегать, но в этот момент проходит обряд вызова шайтана. Это вот если помните, ну, я не знаю, может, вы делали, не делали, но в детстве мы, когда в школе учились, 90-х годах, там э Пиковые дамы вызывали. А, это, это, это все на зеркале рисовалось, да. да. То есть иногда бывало, что ничего не случается. А иногда бывало, действительно, шайтан приходил. То есть и такие моменты бывают, что иногда ты просто телевизор включил, он смотрит, и там призыв какой-то пошел. То есть как вот в вот, вот история истории он говорил, что пентаграмму увидел, и в него вселился шайтан. И призыв пришел шайтана, и раз в этом доме, раз он появился. И после этого, конечно же, плохо спать будет человек, что-то творится, может какой-то хаос быть. Такие а, моменты могут Да, можно. и при просмотре там плюс 21, да, разного роль. Ну, это, это сильно тоже влияет. Да, это сильно влияет. То есть при просмотре про порнографию тоже может селиться. Пацаны. И не только. А, Братья. А также их родители, да. И поэтому вот это очень опасно, И если человек будет читать Коран А также очень. Важно, чтобы дома не висели картины, там, э, статуэтки, которые очень много люди любят ставить. Почему? Потому что в том доме в Хадисе сказано, где находится изображение живых существ, туда не заходят ангелы. А, а если у... не заходят ангелы, то, собственно, туда зайдет шайтан. У меня такое было два, два года назад, когда моя жена начала заниматься бизнесом. Тогда мы домашний текстиль, мы домашнюю одежду короче, продавали. Но я не хотел, чтобы там реклама была там на живых людях, домашней одежда показывать, да, там лишний раз там оголять чужое тело. Я, короче, решил проблему по-другому, я купил манекен, короче. Этот манекен <с? <с?> у меня дома стоял, короче. Прям статуя такой голой женщины, короче. И мы на нее вешали одежду, там фотографировали и так далее, делали. И вот как этот манекен у нас... Просто что-то происходит. Я сплю плохо. Там, бывает, же, бывает же, вот в некоторые дома заходишь, такая атмосфера классная. В некоторые дома заходишь, напряг сразу чувствуешь, как открыл дверь. У меня вот этот напряг появился дома. И я вот так вот, я, я помню, прям что-то ссориться начали с женой часто. Из-за этого. Просто. Она что-то сказала, меня бесит. Я что-то сказал, я ее бешу, короче. Вроде в обычных моментах, когда что-то, ну. Вот так вот общаешься, она может грубо ответить, короче. Вот. А что с... С... извините, сейчас, а что скажете насчет фотографий тогда, изображений? Фотографию лучше держать в шкафу, а не на стенках. А. А, фотографию лучше держать в шкафу, то есть если есть какие-то памятные фотографии свадьбы, там торжества какие-то, в альбомы в шкафу. А бить. на холодильник магнитики? Ну лучше не делать этого лишний раз. Окей. Я даже. Я везде. Ошибся. <laughs> у меня и много вот, дома, да, вообще. Ладно. На эти все случаи у меня есть истории, когда я читал. И потом после этого... Окей. Okay. Потом после этого я вышел из дома. И помню, прям на нервах вышел из дома, короче. Ну, потому что опять какая-то <космех> распоря произошла у из дома. Сам, да, и телефон забыл. есть, опять... А я на пятом этаже без лифта живу. Это, почему не спустился. Я и так жирный. Поднялся уже отдышка, и вот захожу, там комната, мы офис почему-то назовем, изначально это должен был быть мой офис, потом кладовка была, так, короче, как всегда. Имя мы крем, да, и этот манекен, и я не думаю, как, да, у нее еще башка отлетела, роп ровно вот здесь взял, выкинул, клянусь после этого дня, как я бошку снес, все нормально стало дома. Вот по поводу, по поводу фотографий. Окей. Я вот тоже читал, приводили девушку одну, Плохо спит, мучает ее что-то. И у нее реакция была на Куран. И потом я говорю, надо в доме почитать. Может быть, сихар в доме есть, порча. И когда мы приехали домой, там вся комната в фотографиях была. Вся спальня, просто вот все стены. Я говорю, зачем это все? А это тетя повешала, говорит. Я говорю, уберите. Она когда убрала, на следующий день, когда они приехали, первый раз, говорит, за все время я поспала. Говорит. Вот, потому что никто не тревожил. Окей. Okay. Поэтому лучше всего стараться убирать их, эти <связать> вещи. Это тяжело. Я вот, вот только недавно убрался <связать> с картины, потому что хочется видеть там лицо ребенка, когда, допустим, сидишь, там, PlayStation играешь, там, раз, посмотрел, ребенок, о, настроение понять, дальше играешь. Катку выиграл. Тоже одну женщину читал, ну, по какой причине вселился шайтан? Чтобы понимали, в хадисе, да, в одном говорится, когда выливаете что-то, воду или кипяток, всегда без смеля говорить. Потому что если там будет джин, вы на него попадете, он будет мстить. То есть он может вселиться, и даже когда идете в туалет, читаете дуа. То есть почему? Потому что, ну, ладно, в туалете, если когда дома, ты тоже дуа должен читать. Но если на улице, тоже может быть такое, что ты попадешь на джина, они там будут сидеть, и свойственно, он может вселиться. И вот так одна женщина, она ку готовила кушать, готовила кушать, и потом остаток масла просто жир, жир, этот жира горячего она в огород вылила. И говорит, как только я вылила и повернулась а огорода спиной. Я почувствовал, что что-то не то со мной. То есть, какое-то состояние непонятное. Потом она в больнице лежала, в больнице полежала, меня в больницу позвали читать. Я в больнице, когда читал, она уже не могла хоран слушать. Я говорю: ну, у ней непорядок. Говорю. То есть, можете с больницы забрать. Ну, с больницы ее забрали. И когда я читал, вот у ней прям выявлялся джин. Она кричала, говорила на разных языках то есть на тех языках, которые даже ее родственники говорили, что она этот язык не знает. То есть она не разговаривает с нами на этом языке. То есть они сами, да, допустим, определенной нации, но, но свой язык она не знала, но она разговаривала на этом языке. Еще как раз, еще ругала их. И один момент, ну, там как бы и смешной, и в то же время страшный. Я когда читал, ну, там продолжительное время, час, может быть, и читаешь, там, ну, на нее смотришь на состояние, чтобы, да, ничего не вытворило. Или в бок отворачиваешься. Я, получается, на нее смотрю, и она мне в упор в глаза смотрит. Ну, я смотрю, смотрю, потом дальше взгляд отвожу, да, ну, в сторону, там, на дядю смотрю ее, там, или что-то еще. И все, почитаешь, она все придет, уезжаешь. Потом ночью она начала опять стежить, ругаться там с ними. А как было? Дядя говорит, я... она уснула, и я лежу рядом. И, не, ну, не хочу заснуть, чтобы сорожить ее. И тут, говорит, я уснул. И она просто на корточке садится, над головой, лицом в упор ко мне, и меня будет, Я просыпаюсь, передо мной лицо. Говорит, что страшно? Ну, то есть он в спросоне, да, и вот прям вот в упор она к нему поднялась. Вот так вот села и так сказала. И говорит, и начала опять, короче, буянит. И говорит, сейчас Эльхама позовем. Он говорит, ой, зовите его, я его не боюсь. Он даже мне в глаза не может смотреть. Это они, ну, я пока, они мне звонят, так можешь приехать? Она, короче, опять. Я говорю, хорошо, ладно. Я еду, и они мне по пути так говорят. Я говорю, ладно, говорю. И я только вот, получается, захожу, там частный дом, и в пороге я вижу так длинный коридор, и сразу зал, где она. Там она крутится, вертится, там буянит, короче. И получается, я только порог переступаю, так захожу домой. Она раз так резко в бок смотрит, меня увидела, все, я пошла спать. И все, вот так пошла и легла. То есть, чтобы не читали. Но потом, собственно, я начал читать. И потом она опять же в глаза мне смотрит. Ну, я ладно, буду смотреть в глаза. До конца смотрел, пока она сама не отвела взгляд. Да. И вот так у нее было то, что шайтан, он этого, следил за чего? То, что она вылила что-то не то. Ну, то есть вылила, бессмеля не сказала. И туда, да, и попала на него. И таких много случаев было, когда подростки тоже были, в больницу попадали, они <как> их лечили всеми способами, даже там пункцию брали. А в итоге выяснялось что что человек просто где-то на улице в туалет сходил и на шайтана попал. И он вселился. Вот такие моменты бывают. Поэтому в общем, трасса Шкангизе, то есть, допустим, да, пацаны останавливаются. На самом деле это да. реально опасно. Да, реально опасно. Может, да. дождаться, пока там до да, заправки какой-то, где есть туалет. Ну, либо, либо даже если сходил, надо дуа прочитать. Дуа прочитать специально, когда в туалет идешь. И тогда шайтану хотя бы, чтобы оттуда. Да, хотя бы ауз билля, да, типа. Аузы билля именно лиху-хабаев идет. И тогда хотя бы, ну, шайтану уйдут, и можешь смело в туалет сходить. Просто очень много таких случаев и. Опять же, это от незнания, да, люди. Поэтому изучайте религию. Не нужно зацикливаться о, джины, джины там это как я говорил, это те же создания. Ну, нужно просто изучать свою религию, попросить у Аллаха защиты, и Аллах будет защищать. И вот <coughs> про дом, да. А, вот один дом тоже был. Это в поселке было, они привезли сюда. Женщина с мужем приехали, свою дочку привезли. Ей тогда 18-19 лет ей было, и они говорили. И говорят: вот ее постоянно мучают по ночам там. Я начал ей читать, и ничего такого проявления нету, чтобы ну, зацепиться за что, что у нее порча с глаз там может. Или... Я говорю, а помимо нее кто-нибудь видит, говорю, джинов? Ну, дома вот эта непонятная вещь. Он говорит, да, говорит, все видим. Я говорю, тогда проблема не в ней, а у всех проблема. Даже, говорит, гости приходят, они иногда видят. Говорит. А с чего началось? Говорит, мы купили этот дом, когда ей было говорит, два годика. Мы, ну, я вот поэтому и говорю возраст. Потому что где-то 2-3 годика я был, и они 15 лет там живут. И говорит, мы переехали туда, и все взрослые ушли в соседний дом, там что-то отмечали они. И в нашем доме остались дети, соседские дети, все игрались там. И, говорит, в момент дочка вот младшая, вот эта, которая три годика, она увидела, что в конце дома, там частный дом, туалет же который уличный туалет. Там мама стоит ее, зовет ее. В той же одежде, в платке, там, в косынке она там в чем была. Она зовет ее. И дочка туда подбегает, и, получается, за ней все дети и когда они подбежали туда, они увидели, что это не мама стояла. То есть это был шайтан, джин. И тогда они как заорали все, испугались, убежали оттуда. И она вот маме рассказывает, что их всех детей тех читали. А мою дочку, ну, не читали. Потому что она как маленькая была, может быть, они не посчитали нужно. но вот эти непонятные вещи в доме творились. И вот один момент они рассказали: одна же дочка позвала друзей, и они смотрели фильм. Смотрели фильм и никого дома не было, только они. И один из парней, который там сидел, говорит, ну, дочки, говорит, дома кто-то еще есть? Она говорит, нет, больше никого. И она говорит ему, ты тоже это видишь? Он говорит, да, в прихожке кто-то ходит, говорит. И вот они поняли, что что-то не то, и испугались. И тогда он говорит, я поеду, ну, тихо уйду, никому не говори, чтобы никто не испугался. И она говорит, хорошо, проводила его. Это где-то к 12 часам было. Он сел в машину и, говорит, по пути, когда ехал, зеркало заднего вида посмотрел. И там сидел человек. То есть тот, кого он видел. Он вышел с машины, вышел с машины и три часа на улице стоял. Три часа. Потому что в машине кто-то сидел. Он убежал от машины и позвонил, что в вашем доме творится, что там творится, почему так происходит. Плакать начал, в отчаянии был. Ну, он едет по поселку один и в зеркало заднего сидит кто-то. И... После этого, он говорит, я выжидал, три часа на улице стоял, вышел и смотрю, уже вроде бы не видно его. Пошел в машину, резко свет включил в машине, вот, освещение, и убежал опять. И вот смотрю, никого нет. И только через три часа сел в машину и домой поехал. У меня волосы болят. <связь> и вот это один из случаев, когда ну, в домах был. Потом один дом был тоже, но он прям такой сильно такой запущенный, потому что он пустовал. Я не буду говорить, где это ну, в Алмате, Чтобы Потом он, не поперли, да? Да, да. да. Экскурсии, туристы. Он, он пустовал очень долго. Там, кто жил, они по году максимум жили. Год уходили, год уходили. Потому что им не давали покоя. И вот один брат купил там дом. И они, ну, дольше всех прожили. И, говорит, мы когда начали... Он сам все время в командировку уезжает. И, получается, дети, жена дома остаются. И они все время жалуются, что что-то им мешает. Что кого-то видят. Я, говорит, приезжаю, никого нету. Я уезжаю, опять у них что-то. И говорит, мать говорит, рассказывала, что она говорит, с утром о, проснулась ночью и смотрит, на кровати ребенка какой-то пушок сидит возле ног. То есть, ну, что-то сидит. Ну, свойственно испугалась. Потом дочка, говорит, рассказывает, я когда с подружкой по разговариваю, тогда по скайпу, давно это было, по скайпу она разговаривала, видеозвонок. Подружка, говорит, отключилась. Потом, я, говорит, час до нее дозвониться не могла. Я позвонила ей, что с тобой? Она говорит, что возле тебя кто-то стоит все время, говорит. То есть по видеозвуку она увидела, что сзади нее кто-то, сзади нее кто-то стоит. А она не видела. Она не видела, да. Она с ней разговаривает, и она это... А та увидела подушку. она ну, испугалась, истерика, час она не могла до нее дозвонить. И такие моменты были, они уже начали Куран ставить. Куран ставили. Но доходило до того, что шайтан вот так просто выключал его. Чтобы вы понимали. То есть, есть же флешки, диктофоны, которые... Не диктофон это как же это? Колонки. Музыкальный да, да. да. Там колонки. Он я, флешку туда ставит, включает куран. Я, говорит, плей нажимаю, до кровати дохожу. Он выключает его. В наглую выключает. То есть вот так было. Потом все время вот с детьми вот это происходило. И казалось бы, что как бы на детей шайтан там охотится. Но в итоге, за то, что мать переживала слишком, в нее вселился. То есть тоже потом ее изгнали, это он то, что мне рассказывал. И говорит, утром, когда просыпаешься, все шкафы 45 градусов открыты. Все абсолютно шкафы. Иногда унитаз сам просто так смывается. Когда мы лежим, спим, говорит, кто-то вот так ходит по коридору, и так как будто когтями, вот так, а Туда-сюда. И вот они, когда. Мне вообще рассказывали это: э, там горничная у них была. Она это все видела, она это все знала, но она боялась им рассказать. И те боялись ей рассказать, чтобы не напугать. И в один из них говорит, она кровать заправляла горничная, и пока, вот ровно же кровать, и пока она заправляет, в кроватях мятины начинают от следов. И она выбежала оттуда пулей, и как раз эти, эти пришли хозяева, и они друг другу ну, все рассказали и поняли, что уже скрывать нечего. И говорит, все ну, друг другу высказали, что происходит. Другая тоже там рассказывает, приходила вот горничная сестра помогать. И говорит, я говорит, зашла в туалет что-то взять. А меня вот освежитель кинул кто-то. То есть вот такую наглую там вот эти вещи происходили. Прям вот. Вы с ними имели дело? Ну, я там читал в этом. Доме. То есть там, видите, проблема в том, что туда шайтан не так зашел, чтобы вот так. Ты зашел, без смеля сказал, он там уже живет, он хозяин. И поэтому все, кто то приходит, он старается выгнать. А там, чтобы понимали, там коттедж нереальный. И еще он когда... Я это... примерно понимаю, где это. Не, таких коттеджев много у нас. Просто, когда он пришел, это все, все это мне до этого рассказывали истории. И он пришел и говорит, можете почитать так-так-то, я потому что уже там не живу. И просто перед продажей я хочу, чтобы почитали и людям сказать, я почитал. Я говорю, хорошо. Я говорю, я друга с собой возьму, который ну, все время хотел этот, побыть в таком месте. Он говорит, то хорошо, там просто мои друзья еще будут. А там мужики, человек еще трое-четверо друзей пойдут. А ну все, я говорю, ни того, никого звать не буду. Мне просто этот. Я долго буду читать. Чуть-чуть чай сделайте, чтоб я пил. Все хорошо. И едем. Приехал он за мной один. Я говорю, а где друзья? Слились. Испугались. Я говорю, ну все, ладно, зайдем. Я тоже уеду, говорит. Я говорю, а я с кем буду? А там сын будет 19 лет. Я говорю, а он не будет бояться? Нет, говорю, вы же вдвоем. Говорю, ладно. И мне микрофон дали. Папа. Да, микрофон дали, который с динамиком. И все, я читал, я где-то полтора, два с половиной часа читал я там, без остановки. И, конечно, а это ночью было или днем? Ночью, да, уже, 11 часам это было. Почему вы днем не поехали? Атмосферно ночью. Да. А -а -а. Бро, я должен чувствовать. И в общем, я туда приезжаю, сажусь, начинаю читать. Конечно, в такие моменты Шайтан не будет себя показывать, потому что он максимально хочет скрыть. Ну а то, что я долго читал, я с первого этот на втором этаже там сразу стук такой по ламинату был один раз, ну один раз такой же, сильный стук, и потом получается мы в прихожке сидим, прихожка большая, и там шторы, там везде шторы. И я ему говорю, где-то двери открыты или окна? Он говорит, нет. А он спиной ко мне лицом, а и вот шторы, он спиной к шторам сидит. Я говорю, а ну все ясно, я говорю, шторы шевелятся, и все шторы полностью вот так, не как кусочек, а от начала до конца как будто вот рябь такая по шторам пошла. Прям сильно. И после этого я закончил, почитал. Потом отец приехал, экскурсию ну, показал. Подумал, здесь вот, здесь то-то, то-то. И вот такие моменты рассказывал. Говорит, я ложился спать. Лег спать и шкаф заш зашевелился вот так прям сильно. Прям вот так, как будто ее трясли вот так его. И потом оттуда раз что-то спрыгивает со шкафа. И тух тух, 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 И, короче, с комнаты выходит в прихожку. И я сразу на жену говорит, смотрю, она, ну, чтобы ее не будить, не исп... она, как не спит и читает я тоже почитал, короче, потом выхожу к детям, думают, они, думаю, они спят, они тоже сидят, говорят, кто-то ходит, говорит. И вот это постоянно-постоянно продолжалось. И, говорят, ну, а то, что они на намазе все были, они еще какое-то время, говорит, мы, говорит, во всех комнатах азан звали, там братья все приходили, читали, и пропало на полтора года. Потом М -м -м. опять появился. Затишье было. И, а так вот, такие моменты бывают. И я говорю, он говорит, мы не живем в этом доме сейчас, мы живем в другом. Все закрываем абсолютно. Утром приходим, жалюзи открыты, свет горит. Хуран даже включенный оставляешь на флешку, с розетки выдергиваешь. Он с ними вместе уехал? Да? Нет, в этом доме а, никого этом? нет уже. Угу. И вот мы приезжаем обратно, ну посмотреть там же, никто а, не ну живет. Да, да, да. И говорит, свет сам выключается, шторы открыты. И когда, говорит, сын с братишкой приходит э, там подвальное помещение, как жилое помещение, они там что-то делают, работают. И со стороны дома, с комнаты стучатся в подвал. Хотя они в доме одни находятся постоянно кто-то стучится и такие моменты вот коммуналку платил хотя бы хотел, да? поэтому ну джины они так если поселяться то это, это тяжело тяжело поэтому когда ты ходишь и если тяжело изгнать то это скорее всего то что они там уже живут давно потому что для них это их не дом ты пришел да Понятно. Поэтому и в Ежегенде всегда надо... Да, я только курсе читаю. Допустим, я вот как насчет того, что мстят, вот это все уже говорили. Есть такое, если, допустим, бывает, я днем где-то почитаю, поездю, да, и потом отвлекешься вечером и, ну, забыл просто, забежал домой там. Ну, без даже скажешь, ну, а я только вот это ничего не прочитаю, то ночью встречай обязательно. Придет. У вас так, да? Да. Ну, он может не меня, может к супруге прийти. А может вот к детям это вот прийти. расскажите, когда вот вы проснулись и вот, ну, Женщина стояла. Да, 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 да. Это когда, получается, тоже спим ночью. И бывает же, на выключателях лампочки горят же, чтобы да, видеть. Да, да. И то, что твой глаз привыкает к темноте, ты уже видишь все, силуэты, мебель, ну тем более в своей комнате. И я лежу, получается, и глаза открываю и возле меня этот стоит силуэт. То есть верхняя часть, как телесная, ноги темные, и волосы вот так как заклятие, проклятие, закрытое, ну, да. лицо. Я сперва не понял, ну, кто стоит там. Потом раз так ногой пинаю, он исчезает. Я шайтан же думаю. И как давай на все это ну, читать. Сура. Жена просыпается, что случилось? Я говорю, ничего, спи. И прочитал, и потом я так чук, одним глазом открывал, смотрел, ждал, придет, не придет. Это такие моменты бывают. И вот один э, момент, когда попросил брат один почитать. Говорит, сестренке плохо, она не может говорить. То есть шайтан вселился, все, голос у нее пропал. Я говорю, хорошо, через два дня освобожусь, приеду. И мы приезжаем, заходим. И она на меня смотрит такими удивленными глазами. Ну, вот так здоровается, а то, что не может, говорит, вот так поздоровался. И удивленными глазами смотрит. Я все, завели в комнате, начали читать. И что, понимали, я возле головы сижу. А она вот так выворачивается, глаза закатаны, белые. И на меня смотрят и так кричит, что-то хочет сказать, но голоса-то нет. И я мужу я говорю, держи ее. Он говорит, а что держать? Я говорю, держи, говорю. И ее как швырнуло прямо вот так на кафель. И пластом вот так руками сильно ударилась. Ну, а ты сломать же можешь. Я говорю, держи. Поэтому я начал держать, я читал, читал. И потом голос у нее начал прорезаться. Сперва шепотом говорила, потом потихоньку, потихоньку и разговаривать начала. Голос появился. А так она онемевшая несколько дней была. И разговариваю, ну, уже когда вся пришла, я говорю, я говорю, а что вы так, как состояние вот это объясняет? Она говорит, я вас видела. А тогда Инстаграма, ничего, я тогда не вел, это 2016 год или, может, 2015. Я говорю, как вы меня видели? Два дня назад шайтаны показали мне ваши фотографии, что вы придете. Так я же с братом же разговаривал, через два дня приду. Они же это все, как бы информацию слышат. И вот два дня назад мне показали, что вы придете. Вот такое даже бывает. Поэтому. А так со мной Бывали случаи, что видел что-то, делал, но это оно как, как говорится, как в порядке вещей, и оно наоборот иман укрепляет. Поэтому, когда человек думает, что если он где-то помог, да, ну, в экзорцизме, или просто, если ты думаешь, что шайтан тебе придет с рогами и с копытами, то ты глубоко ошибаешься. Он может прийти тебе со стороны грехов, со стороны лени, со стороны гордыни, со стороны зависти. То есть ты, он может не прийти вот так пугать тебя, а с других сторон тебя вас-вас, у вас вас Делать, и ты начнешь таким становиться. Потому что каждый раз, когда раньше я нач... это делом занимался, ко мне приходили, если у меня Иман еще укреплялся. Потому что я с ними боролся и еще сильнее это... укреплялся, убежденность моя укреплялась. Ну, все укреплялось у меня. А теперь же они... это же понимают они это, все это не будет. А теперь будет со стороны других вещей заходить: mm. религии, может быть, где-то э, оплошности будешь какие-то делать, упущения какие-то делать. А так на самом деле, до того доходило, что я мог просто с детьми, с женой скушать. На кухне и что-то могло пролететь. И, Гар, горгули да. Да, что-то могло пролететь. Не, а, ну, в каком-то а волосе. Да. Но это понимал, что я это издержки, как бы, это, профессии, это, этой да? профессии, да. да. Но потом Анхаммуля, сейчас такого нет. Сейчас такого нет. Если все читать, все делать, то иншаллах Аллах будет оберегать. Почему? Амин. Потому что, когда шейхам одному вопрос задали, почему не все берутся за это дело, к примеру. Ну, не каждый же будет читать. Потому что, говорит, Видишь человека говорит, на улице? Иди ударь его по лицу. Он говорит, как я его ударю? Он же заявление может написать. либо же сдачи дать мне. У меня проблема будет. Вот так же и мы, говорит. Когда вы к нам приходите, мы бьем шайтанов. Свойственно, они нам будут мстить. Вот система эта. И даже те, кто помогает, то есть вы были там, позвонили, вот мне нужно сестренки почитать, или там братишки, он позвонил, нужно... И просто свозил, привез, да? Он, шайтан, будет мстить за то, что просто человек сопутствует помощи. У меня друг когда был, я, мы ему читали, его тети. А у нее 24 на 7 она неадекватная была. Вот прям все, она могла нож схватить. И получается, ее сын и муж ее, они не спали. Они кровати, получается, кандалы ее застегивали, и только тогда спали, в наручники. И три недели я ее читал. Три недели приходил, Все, все это время не неадек... а плювала в меня, она что только не материла. Все там было. И Через три недели уже некоторые родственники их не начали говорить, да все, я в психушку, наверное, ну уже ничего не выйдет. Я говорю, нет, надо читать, потому что, ну я различаю, да, где действительно сумасшедший человек. это. И тогда, говорят, начали дети говорить, что, ну сын и муж начали говорить, что иногда днем она в себя приходит на 20-30 минут. И вот та мама, которая наша раньше была, разговаривает, и потом переключается. Я говорю, ну хорошо это уже. И когда читал, и она во время чтения в себя пришла, я говорю, «Вы меня помните?» говорю? Она говорит, «Да, говорит, ты три дня приезжаешь». Я три недели приезжал. И вот mm -hmm. только в тот, в тот момент она в себя пришла. И потом я говорю, «На намаз вставайте, намаз делайте, вот это все старайтесь читать». И говорю, «Архамдуля», потом ей легче стало. Сейчас спокойно живет. Такие ситуации бывают. Да, пусть э -э, Всевышний нас всех оберегает, конечно. да. Mm -hmm. Не mm -hmm. пугайтесь особо mm -hmm. сильно. Но сейчас вот многие могут сказать, типа, я вот э, разные комментарии читал, и многие говорят, типа, да что там гонишь, что он даже э, На самом деле это хорошо, то, что вы так думаете, что такого нету. Пускай Всевышний никогда вас не будет испытывать да. этим. Это очень страшно. Да. пусть да, Всевышний оберегает нас всех, всех, кто смотрит. Быколь Охрмандар, Тунгармандар, Курмендер, Марл Тарзала да, мы, в общем-то, сказали, да, способы защиты. Мы об этом да. обговаривали, да, поэтому, да, если кто-то сильно в это верит, э, это хорошо, даже с одной стороны, <как> поэтому, Если да. сейчас смотрит и боится. <как> да, если сейчас смотрит и боится, мы там на видео указали, как от себя защитить. Да, да. да, обязательно. Еще одно уточнение хотел бы сделать: что само очень сильно большую роль играет. <как> Не нужно самовнушать себе, что сейчас кто-то за тобой следит, кто-то придет. Оставьте все на Аллаха. Уповайте на Аллаха, и ничего не будет. Потому что, как говорил Авиценна, паника — половина болезни. То есть человек, когда паникует, он будет переживать за это и в такое состояние может войти, хотя с ним ничего и нет. И вот как одну историю под конец, может быть, чтобы чуть-чуть смешно было. Один парень... Уже не до смеха. Нет, он... Получается, там был один экзорцист... И все время к нему молодой парень приходил. Меня проверьте, меня проверьте. У меня джин. Он говорит, у тебя нету, нету у тебя джина. Ну все равно проверьте у меня у Стаса. У меня джин есть, кажется. Да нету у тебя уже достал его он. Хорошо, садись. И он начал его читать, взял за горло. Как тебя зовут? Он молчит. Как тебя зовут? Он молчит. И третий. Как тебя зовут? И он говорит, это вы меня спрашиваете или моего шайтана? До того он уже себе внушил, что у него есть, но на самом Кстати, деле ничего и не было. У меня же такая же история есть. 14 лет, когда мне было. И у меня тоже там нет-нет, когда душили. Вот эти вот первые, вот эти порывы, когда вот, вот Дементоры появлялись, я папе сказал: тогда еще такой 14 лет это. 2006 год Хамка вообще-то, ну, вы, по-моему, этим не занимались еще. И я папе говорю: папа, там своди меня там! И мы, короче, пошли вниз, на куда-то. там брыжак, короче. Деля такой проходит, да? И, короче, очень далеко там за город. За пошли. И там мужик такой, что ну, мы объясняем. Вот так-то, так-то он, папа говорит, он не спит, мне лет 14, я худой, длинный. И он говорит, все хорошо, он говорит, ложись, лег, вот так вот стоит, азан читает, громко азан читает, читает, какие-то суры прочитал. Потом, а я такой, а я, а я чищу гол. Я сейчас думаю, сейчас, короче, я прикольнусь, там ля, начну, короче, да, угорать. Он выходит, вот такой бамбук короткий, и как по ногам, фу, как дал у меня из, из глаз, как искры пошли. И он, он, видно, боксер, он прям техника, и мне по печени, по почкам, короче, пробивать начинает, короче. Тук, 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 вот так поднимает и прям вот у него глаза такие, как будто в нем самом какой-то врага сейчас появится, он говорит, Атамган! Говорит, прикинь мне. Я страха! Я страха так и стою. Назим ибн Нармидин. на арабском. И кульху это Он говорит, Назим Сенба. Я говорю, я. Он так раз отпускает. Папа лежит от смеха просто. Вот у него конвульсии у папы от все картины. У меня такая. Да, пусть Всевышний нас всех уберегает от этого. Nice. Uh, спасибо, что вы смотрели наш подкаст. Uh, да, было очень интересно, очень познавательно и очень страшно. Uh, уважаемые друзья, я вам всем хочу напомнить, что 28 декабря на все кинотеатры Республики Казахстан выходит наш фильм Дестер. Обязательно приходите, мы обязательно вас пригласим на премьеру Хамака на зиму. Обязательно, иншаллах. Спасибо вам, что вы пришли, спасибо, вам что, спасибо, по... что да. пригласили. поделились полезной информацией на зиму. Мы, наверное, увидимся с тобой еще третий раз, как-нибудь. Да. Кого ты в следующий раз позовешь? Закир Кто еще, привет, Закир Найк? Окей. Все, всем Все. спасибо, Ассаламу алейкум.